Я вас приветствую, дорогие друзья. Еще раз поздравляю вас от всего сердца со всеми праздниками. Мне только что начали звонить, писать наши активисты, что идет активная рассылка на мобильные телефоны сообщения, что я там всех сегодня призываю прийти в 16:30 на площадь Великого Национального Собрания. Хочу сказать, что это чистая провокация. Понятно, что какую-то западню там правящий режим нам готовит. Не реагируйте на это. Никуда никого я сегодня не призывал выходить. Занимайтесь вашими домашними делами, особенно сегодня полстраны на кладбище. Значит, завтра в 9 утра у нас тысячи людей собираются в Бельцах на акцию, на мирную акцию, посвященную Великой Победе. Значит, с 13:00, и потом я переезжаю в Кишинев после марша в Бельцах, где в 13:00 мы собираемся на ворота города для организации большого автопробега на Шерпенский плацдарм. Поэтому, прощаюсь с вами до завтра. Хочу вам пожелать хорошего дня. Ворогом кодат фрумоз не туат и нема. Ну, реакционат зла честя провокарь. Человек и чиневас пуник воинвит астас, прин телефон, прин месажа с Венецией, пьяца Мария Дунари Национали. Ка есть у напел фалс, дичинам факуташа чева. Вам усмеска.